еще новогоднее настроение, и я решила вам показать свою комнату. Ну что, начнем? Сейчас я включу свет и начнем. Начнем, я думаю, с вот этой вот полки. На этой полке у меня стоит моя коллекция Лего. Ниже на полке стоит вся моя коллекция куколок Лол. Тут есть две маленьких и 10 больших. Еще у меня тут стоят аксессуары всякие для Лолов. Бутылочки, очки, там короны всякие ихние. Дальше у меня внизу стоит моя косметичка. Вот тут вот, это косметичка. Тут резинки стоят, тут у меня конструктор еще стоит. Дальше у меня игровая полочка. Тут стоят все мои игрушки и все для поделок. Резиночки, потом еще резиночки. Да, а последняя полка, тут стоят много всяких интересных статуэточек и альбомы еще. И наверху там много всего. Картинки, какие я еще не доделала. И вот. Дальше это у меня есть тут много книжек. Вот. Вот тут и на этих вот полочках. Тут у меня мои любимые книжки про Лолу. Дальше тут стоят всякие сказки. Тут у меня лежит все для поделок и два альбомчика. Тут у меня стоят школьные видео. Тут у меня стоят мои школьные книжки. А тут это книжки, на каких я занимаюсь по-английски. Тут энциклопедии стоят и всякие небольшие сказки. И тут тоже сказок очень много. Сейчас я, наверное, покажу вам эти мои блокнотики, альбомчики. Я не знаю, как они правильно называются. Один у меня блокнотик вот такой с миньоном. Я его сама делала. Внутри тут записано дни рождения моих друзей, например. Всякие это тут наклейки у меня лежат. Тут у меня расписание моих уроков в школе. Это телефоны моих друзей. И тут такой рисуночек. И тут я еще не доделала, это дни по эмоджам. И все. Еще у меня вот такой вот есть блокнотик. Это с Пикачу. Я еще в нем ничего не писала. Вот. Ну вот тут что-то я записала и все. Дальше перейдем к моему столу. У меня стол большой, на нем стоит мой телевизор. Тут висит такая лампочка с вот такой вот магнитом с собачкой. Тут у меня стоит конструктор. Я его сегодня дособирала. Это мне подарили на Рождество. И еще стаканчики стоят со всякими ручками, карандашами. Тут стоит у меня портфель. Вот тут вот стоит у меня в зеленом ящике одежда для кукол моих. Тут настройка, она вот такая вот розовая. Мне она очень нравится. Висит вот такой вот портфель. Мне его подарили на день рождения. У него блесточки вот так вот перелистываются. Дальше у меня такой красивый шкаф с бабочкой. Он зелено-розовый. За кроватью у меня стоит моя самодельная машинка для кукол. Вот. И я ее сама сделала за 2 дня. Вот. И еще стоят мои ролики. Дальше у меня есть большой диван, на котором я сплю. Он очень-очень мягкий. А на диване рядом сидят мои игрушки. Это две игрушки антистресс. Они мягкие. И рядом сидит вот такой вот большой Микки Маус. Мне его давно уже подарили. Рядом с Микки Маусом сидит Пикачу. И далматинец. Это игрушки с Макдональдса, две мягких. И вот еще с Макдональдса игрушки. Рядом сидят вот такие вот эмоджи. Это смайлик, а это кокушонок. Рядом еще сидит Смурфик. И вот такая вот черепашка, которую я купила себе на море.
У меня еще висит много фотографий везде. И еще такая вот елочка. А ряд, а на стенке возле двери висит календарик. А рядом с календариком висит вот такие вот полочки мягкие такие. И на них висят мои брелки всякие. Два зайчика вот таких вот. Один маленький, один большой. И вот такая вот красивая девочка. И тут еще висит вот такая вот сумка красивая, какую надо самой разукрашивать. Ну что, вам понравилось мое видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!